Итак, всем привет, с вами Пиру, мы продолжаем проходить Warcraft 3 Revive. И у нас 20-й глава. Итак, мы вызвали водного стража, и он согласился нам помочь в битве за мировое древо. Архимон собрал все свои силы и готов напасть. Нам остается только обороняться. Тут стражец, правый какой-то маленький здесь. Мы на месте. Пришел час исцелить эти земли и уничтожить осквернителей. Цель Архимонда — Древо Мира. Вы должны бросить все силы на оборону горы. Я же займусь самим Архимондом. Все оборонительные посты построены. Воины готовы к битве. База Архимонда расположена по ту сторону реки. Сдерживайте натиск, пока я не вернусь. Для того, чтобы вступить в битву с Архимондом, я должен собрать все свои силы. Ржет и вызывает свой слуг. Прикольно, кстати, задумка поместить портал в портал. Похоже, Морлокам предстоит самая тяжелая битва. Выступаем. Да. Это вот вышел этот гидзарище. Стану свободу братьям любой ценой. Сразу от него ничего не оставил. Гидзарь захватил портал с другой стороны на острове. Мне нужно закрыть его, но потребуется время. Это не так просто. Наши братья атакованы. Фонтан понадобится. Я готов. Становись сюда. Наша судьба в нашей. Всего минутка нам понадобится на то, чтобы закрыть портал. Лучше уж это сделать, чем постоянно смотреть на то, как нам досаждает Гидзарь. Готов. Так, часть войск. Мы распределяем его фонтана. Крепитесь, братья. Победа близка. Наши братья атакованы. Пора, брат. Я готов к действиям. Теперь надо не жить. Мне тут пригодятся шатаны. Наши братья атакованы. Я чувствую запах мяса. Исследование завершено. Время подкрепиться. Я чувствую запах. Наши братья атакованы. Так еще надо исследовать. Я достану свободу братьям любой ценой. Тихо. Я слышу что-то. Враги вторгли. Наша судьба, наша деревка. Я готов. Наши братья атакованы. Сюда. Победа близка. Их сюда. Приказывай. Ну и... Я чувствую запах. Исследование завершено. Я готов. Наша судьба в наших руках. Вот это серьезная потеря. Я достану свободу. Я атакован. Приказывайте. Далеко не уходить тут. Исследование завершено. Огонь горит в моем сердце. Я страшен этим. Наши братья атакованы. Наша судьба в наших руках. Я готов к действию. Жалкое создание. Так, там еще стресс. Огонь, подвозь. В наших руках. В
Время подкрепиться. Я уже здесь. Выкладывай. Я достану свободу братьям. Любой. Слишком просто с ним разделаться. Бездельники. Я готов к действиям. Тихо. За наш народ. Почему слишком мы далеко зашли? Почему вы не наши братья атакованы? Наша судьба в наших руках. Сейчас за наш народ. Исследование завершено. Исследование наши братья атакованы. Свободу враги вторглись в нашу деревню. Возможно, конечно, но почти что работать в три фронта. Что поделаешь? Наши братья атакованы. Жалкое создание. Почему бы и не? Пускай уходит. Как раз нам на руку. Так, на каждом посту наймем по рыбаку. Недостаточно золота. Я не заставлю тебя ждать. Так, пригодитесь, водите сюда. Ваихтагар. Крепитесь, братья. Победа близка. В общем, для чего они нам понадобятся? Будем строить башни. Готов к действиям. Вперед, мои братья! Бабл, наши братья атакованы. Очень много решают. Я готов к действиям. За зеленых драконов. Да, хозяин. Дракон под властью. Огонь горит в моем сердце. Огонь. Наши братья атакованы. Огонь. Дану свободу братья. Задолбали. Почему бы и нет? Тут сидите. Ради Морвана сделаю это. Что тут пускай останется? Слишком много внимания привлекут. Так, 4 дракоши теперь у нас. Готово. Тут, благо, еще все нормально. Поэтому... Наши сюда. Братья атакованы. Наша судьба в наших руках. Еще один плюс у них преследование. Я готов урон. К действиям. И не, соответственно, ни одного. Выберите другое место. Я достану свободу братьям любой ценой. Крепитесь, братья. Победа близка. Наши за братья наш атакованы. Я послужу этим дядом. Лишь шорок. Твоя судьба будет решена. Приказывайте. Огонь подвластен мне. Наши братья атакованы. Я готов. Пока что все идет хорошо. Он будет готов к 12 минуту, поскольку именно в это время наш первый пост будет разрушен уже скриптом. Враги вторглись в нашу деревню. Наша судьба в наших руках. Так, это что-то, что осталось от нас? Враги вторглись в нашу деревню. Чё ты выключаешься? Крепитесь, братья, победа близка. Кого-то не почему хватает. Бы и нет? Водичку потеряли. Огонь горит в моем сердце. Так. Да.
Я готов. Только покажи себя. Готово. Таков конец моего. Наши братья атакованы. Тихо. Я слышу. Я... Наша судьба в наших руках. Готово. Крепитесь, братья. Победа близка. Нас уже меньше и меньше становится. Враги вторглись в нашу деревню. Действия. А, именно дирижабли теперь прибывают. Непонятно только зачем. Наша судьба в наших руках. Чуть своего брата не убил. Это как ты можешь? Я готов к битве. Я достану свободу братьям любой ценой. Ты жестко с волком обошлись. Так, нужно какую-нибудь войну. Падальщик, да, 10 минут продержались. Исследование а так, видимо, слишком жесткий. Архимон просто балуется с нами. Время не ждет. Фу, апгрейд по урону брони у нас. Покажи мне врага. Наши враги оторвались в нашу деревню. Он передышу. С колдой тут очень суровые проблемы. Но благо есть мой любимый дракош, который спасает. Я достану свободу братьям любой ценой. Время подкрепиться. Я готов к действиям. Готово. Время не ждет. Нам нужно спешить. Я готов к схватке. Время наши братья атакованы. Огонь горит в моем сердце. Я готов к схватке. Я готов. Наши братья атакованы. Я готов к сейфу 4 драконами. Наши братья атакованы. Время не ждем. Почему бы и нет? Гулем отталкивается. Я достану свободу братьям любой ценой. Крепитесь, братья, победа близка. Так, 17-я минута уже. Время подкрепиться. Только покажи себе. Архимон, это все, что ты можешь? Далеко не сильно. Как обычно, как
как я не ожидал. Никак я ожидал. Не ожидал от тебя большего. А наши ты... братья атакованы. Так, одного дракуша надо все-таки сюда послать. Я готов. Или даже на третий пост. Да, так будет лучше. Враги вторглись в нашу деревню. Наши братья атакованы. Наша судьба в наших руках. Нам нужно спешить. Крепитесь, братья. Победа близка. Да. И сами крепкие очень неплохо справляются с многими видами юнитов. Так, ну ладно. Нет, пожалуй, все-таки вниз. Там более кипящая обстановка. Так, что я хотел за 250 голды? Ничего, походу. А, вот что я хотел. Пусть даже вот это. Наши братья атакованы. Я послужу этим землям. Если так неплохо справляется. Я достану свободу братьям любой ценой. Да. Последний бой ночных эльфов Рейгана в Каосе был все намного жестче, чем здесь. Хотя, в принципе, понятно. Враги вторглись в нашу деревню. Хотя вот эти новые мульты дракона, элементали, очень даже неплохо умеют сражаться. Так, только я свой дракон послал, ситуация начала накаляться. Я достану свободу братьям любой ценой. Никто их перемещать не будет, они все умрут. Я готов ко всему. К цели. Я готов к действиям. Наша судьба готова. В наших руках. Я рожден готова. Для битвы. Да, пожалуй, сохранись тут. Я так, готов. Стоимость похватиться. Я достану свободу братьям любой ценой. Все не могу, зашибись. В общем, берем всех, кто есть тут живой, отправляем на фонтан. Нам сейчас придется защищать враги фонтан. Враги вторглись главный. В нашу деревню. Первый пост у нас, грубо говоря, потерян. Маленькие скользкие твари встали на пути легиона. Скользкими же ты способами уделываешь нас, Архимонд. Что ж ты сразу просто не сметешь нас с пути? Или тебе интересно, посмотри, насколько мы сильны. Причем не важно, нужно увести выживших отсюда. Сам Архимонд. Эти халявные миллионы тогда получили. Мы не смогли сдержать натиск. Он слишком силен. Теперь Архимонд может пробиться к главному фонтану жизни. Держитесь, братья. От этой битвы зависит будущее всей нашей расы. Так, лаги закончились вроде. В общем, нам необходимо оборонять этот первый пост. Я готов к действию. Это мы оставляем войска. Ради Морвоков,
Нападать теперь вот и сюда. Враги вторглись в нашу деревню. Посылаем дракош. Ты быстрее, башня или дракон? Нет, скорее всего, дракон. Время не ждет. Наши нам братья атакованы. Чёрт, а куда я уже свою элементу? А, вот. Крепитесь, братья, победа близка. Я достану свободу, братья. Любой из наших братья атакованы. Они пожалеют об этом. Готов. Ради морлоков я сделаю это. Я готов к действиям. Тут ресурсы какие-то накопились. У нас нет фонтана энергии. Построим его. Огонь подвластен. Так, где-то, значит, получается, к 8 минуте надо отводить войска. Враги вторглись в нашу деревню. Ваш пригодится, да, кстати, надо будет уйти так, чтобы не потревожил нас бой, да, будет дождь с долгим огнем, да, любой ценой. Будет там просто куча. За наш народ. Наш дракон. Змея, точнее. Ох, ну так, конечно. Крепитесь, братья, вот это, победа близка. Будет написано всех. Вражеских, иноземных. Почему бы и значит, нет? Кранус проиграл. Покажи мне врага. Хотя это неестественно. Чёрт, фонтан, за него нельзя тебе построить. Готов. Враги вторглись в нашу деревню. Время не ждет. Наши братья атакованы за наш народ. Я чувствую запах. Огонь подвластен. Крепитесь, братья. Победа близка. Хотел снизиться 8 минуты. Я достану свободу братьям любой ценой. Наши братья атакованы. Держаться. Нам нужно спешить. Готово. Я готов к действиям. Почему бы и нет? Только в случае нападения. За наш народ. Тут что-то делать. Мне кажется, сюда больше не нападут. Приказывай. Благо, это хорошо. Чёрт, у них, походу, вообще нет воздушных воинов. Так, дракон, дракон. Нет, вы приперлись. Я воспользуюсь драконами. Крепитесь, братья, победа близка. Наши братья атакованы. Будет сделано. Блин, не то. Не то.
валим отсюда. Я готов. И даже не стоит подходить. Жалкое создание. Наши братья атакованы. Поэтому я уничтожу вас, что я не заманил этих голубов сюда. Наш второй полк был разрушен. Эти демоны неутомимы. Теперь будут нападать тихо. Отсюда. Я слышу что-то. Так что не зря я так построился. Черт, не лагай. Враги вторглись в нашу деревню. Наши братья атакованы. О, с такой армией мы не справились. Какого? Наши братья атакованы. Враги вторглись в нашу деревню. Братья, победа близка. Я готов к действиям. То приду, такая жопа будет. Готов. Я их просто перебил всех драконами. Прекрасно, покажи след. Так, ясно, сейчас туда просто. Это на попёрся один. Недостаточно золота. Время подкрепиться. Так, в последних минутах пойду так третьим. Вроде это будет последние 2 или 3 минуты. Точно не последняя. Поэтому... Его тоже. Пожалуй, отправим сюда. Наши братья атакованы. Я готов. Так, хозяин. Приказывай. Время не ждет. Наши братья атакованы. Враги вторглись в нашу деревню. Очень быстрая атака у Дэймса. Это ж не способ, как не крепитесь, братья. Победа близка. Ух, чёрт, только не за... За наш народ. Огонь, подвоз. Я готов к действиям. Почему бы и нет? Наша судьба в наших руках. Боже, какая жопа будет, если их сюда за. Где его одолеть на башне? Но надо понести минимальные потери. Так, вот после 4 минуты я, пожалуй, отойду все-таки. Ещё дракон. Чем больше, тем только лучше. Покажи, в любом случае, натиск будет хоть и сильным, но 2 минут вполне хватит, чтобы выдержать все тут. Так. Начнем отвод. Наши братья атакованы. Архимон тут все сметет одним волном, одним ударом. Ничего не оставит. Враги лучше все-таки отвести в нашу деревню. Наши братья атакованы. Я думаю, башни смогут выдержать натиск. Если что, дракон сделает свое дело. Враги вторглись в нашу деревню. Я готов к действиям. Здесь не делать ничего. Я готов. Время не ждет. Да и нас учащего еще и тут башня есть. Нам опасно.
опасность не грозит. Как мне волну одну выдержат. Вот эти башни. Враги вторглись в нашу деревню. Я послужу этим. Наши братья атакованы. Я-то помню, что точно не одна была. Враги вторглись в нашу деревню. Огонь под властью. Что теперь? Я достану свободу. Так, а вот он стоит на вершине. Жалкие твари! Боли слабых и мерзких врагов у меня еще никогда не было. Ай, таймер-то тикает. Вот так вот. Ничего не осталось. Все оборонительные посты разрушены. Архимон бросит все силы к главному фонтану. Мы не можем дать ему добраться до Древа Мира. Сейчас будут все абсолютно войска. Враги вторглись в нашу деревню. Наши братья атакованы. Это будет легче легкого, я скажу. Время не сейчас. Вся армия, тут даже големы ходят. Я готов к действиям. Золотой. Наши братья атакованы. И тут рудник иссякает. У нас война, у вас рудник иссякает. Все, включу подряд. Даже послушники упадулись. Так, хорошо. Наши братья атакованы. Гол. Не, что вы так слабенько все тащат? А, кстати, это музыка из установки. Моя Фазерс. Вся армия Архимонда идет на нас. Спасайтесь, братья. Отступайте к реке, я задержу их, насколько смогу. И все муроки отступают. Победа близка. Бедняга, попал в капкан. Окей, на мапе осталось посмотреть.